Автотранспортное управление в условиях карантина проводит дезинфекцию всех транспортных средств. Также среди водителей соблюдается обязательный масочный режим. Небольшие коррективы внесены и в график работы городского общественного транспорта и районных рейсов. По словам Альберта Дудаева, транспортная связь в районы республики и в Северную Осетию не нарушена. Все автобусы отправляются по утвержденным маршрутам, но из-за того, что поток пассажиров снизился, время маршрутизации городского транспорта сокращено. Альберт Дудаев обратился к жителям, чтобы они, пользуясь общественным транспортом, соблюдали все меры безопасности. Ведь общественный транспорт является местом, где легко заразиться. Также директор автотранспортного управления отметил, что цены на билет на всех маршрутах остались прежними и в ближайшее время повышение тарифов не предусматривается. Ирина Джоева, Регина Черткоева, Аида Кочьева. Информационный выпуск сегодня.